Друзья, всем привет! Сегодня взяла вот такой ментайчик, молоденький, маленький, и решила пожарить его. Некоторые спрашивают, как пожарить, чтобы прям вот была такая красивая золотистая корочка. Ну, я думаю, это уж, наверное, знают многие, конечно, и ничего тут такого сверхъестественного нет в этом приготовлении. Но все-таки решила показать, вдруг да и пригодится кому-то. Значит, что, естественно, минтай хорошо промываем, прочищаем, пленочки все убираем, под водой его ножом зачищаем, всю эту чешую убираем. И в тарелку насыпала 4 столовые ложки муки и беру столовую ложку соли. Все это хорошо перемешиваю вот так. Можно добавить по желанию вот такую приправку. Ну, не обязательно такую, просто приправу для рыбы, так скажем. Вот. Можно добавить. Я немножко добавлю для аромата. Так, маска. Так, ну и теперь масло в сковородке хорошо разогреваем, прям вот до горячего такого состояния. Так, греется. И рыбу берем, обваливаем. Резать я ее не буду, она небольшая, еще и ужарится. В середине все просыпаю вот так вот, мукой обсыпаю. И ее хорошо обваливаю в муке. Когда масло нагреется, укладываем на одну сторону, на один бачок рыбку и забываем о ней на какое-то время. Чтобы образовалась как раз вот та самая красивая золотистая корочка. Нам это и нужно. Не надо ее переворачивать сразу, спустя 2 минуты. Она так и будет у вас бледная. Так, ну вот. Вот так вот укладываем. Свободно, чтобы она не мешала друг другу, плотно не лежала. И вот так вот обжариваем ее. Огонь больше среднего. Вот. Через 5 минут я вот ее повернула на вторую сторону, рыбку. Видите, какая? Получается румяной. Можно еще сильнее зажарить. До готовности я ее доводить не буду. Я вот сейчас обжарю и выложу ее на противень. И потом, когда всю пережарю, обжарю с обеих сторон рыбку, я доведу ее в духовку до готовности. Поставлю минут на 10, и она прекрасно там дойдет. Параллельно варю рис на гарнир. В общем, вот такой обед у нас сегодня был. Рыбка с рисом. Вот такая рыбка получается. Это я ее просто обжарила пока. Вот сейчас я ее поставлю в духовку и доведу еще до готовности. Минут на 10-15. Пока рыбка стоит в духовке, доходит до готовности, я займусь гарниром. Рис я промыла. Попробовала на соль. Нормально. Когда варила, хорошо посолила. Теперь что делаю? Растопила в микроволновке масло сливочное 150 граммов. Все-таки риса много, что-то так сварила. Так, сюда выливаю
добавляю кукурузы 3 столовые ложки, еще чуть-чуть, и горошка. И все хорошо перемешиваем. По желанию можно еще сюда порезать красный перец болгарский сладкий кубиками. И будет такая мозаика цвета. Желтый горошек можно еще добавить. Вот так. Так, темненький один. Иди отсюда. Вот так. И вот такой получается красивый гарнирчик. Смотрите, какой. Яркий, вкусный, полезный. Отлично. Можно перчик добавить черный сюда. Чуть-чуть. Ну, в общем, получается супер. Все, рыбка готова, гарнир готов. Теперь положили гарнирчик в блюдо. Берем самую красивую рыбку, а можно даже две. Муж как раз с работы пришел, будем кормить. Вот так вот, две рыбки. Добавляем несколько листочков петрушки. И все. Блюдо готово. Так, ну рыбку хотелось бы попробовать, как она дошла, не дошла. Так, вот уже здесь я попробую. Так, вот беру самую такую толстенькую часть рыбки. И вилочкой берем. Все прекрасно прожарилось. На вкус. Отлично. Приправы можно чуть больше добавить. Вкусненькая рыбка. Отлично, все прожарилось и пропеклось. Вот и все. Обед готов. За что рыбу не люблю? За то, что кости в ней. Была бы она без костей вообще. Было бы отлично. Ну вот и все. С вами была Наталья. Всего вам самого доброго. Желаю. Приготовьте рыбку. Это полезно и вкусно. И гарнирчик такой. Очень даже хорошо дополняет его кукуруза. И горошек. Рис. С маслом сливочным. Очень вкусно получается. Мы такие блюда делали. Вот гарниры именно. Еще нарезали туда красный этот болгарский перец. И такие вот гарнирчики подавали в столовой. VIP-персоны, когда кушали рыбу. Вот с рыбкой такой гарнир делали. Ну все. Все вам рассказала. Все свои тайны. Все, всем пока. И до новых встреч.